Всем здорова, народ! С вами Алекс Диего. Продолжаем проходить Devil May Cry 5. Эдди лежит, спит, который вытащили из босса. Как она вообще туда попала? Куда вообще Данте еще делся? Сломали его любимый меч, оставшийся от бати. Из истории Devil May Cry. Двум братьям-акробатам Данте и Неро и Вирджилу. Одному дали катану, а второму здоровенную дубину. Эй! Чёрт! Эгре! Нигас! Ай, мочи его! Чиньяре! Так, это, по-моему, тут немножко окружают. Да чёрт тебя дери! Фукитобе! Хотя можно было бы получше, конечно. А мне так не хватает немного больше звуков отправляемости. Работаем садовником, уничтожаем сорняки. Я все время забываю, что я могу работать руками. Так, руками бить свою тросточкой единожды. Где-то. А, ну мы ж на судоверфи. И по корешкам надо водичку нужно. Чтобы деревце хорошо росло. Что там так звучит страшно? Это вообще за шопа такая? Если, а чё, и потолок зарос сам по себе? Мистика, блин. Потолки, которые сами зарастают. Какой же он немощный. Очень интересно такой. А, это как было с Неро, блин. Неро Клиптон. В четвертой части, кстати, вообще ни разу не упоминалось, какая у него. Орали Неро, Неро. Как быть в этом? В четвертом резиденте. О, это где-нибудь вылезло. Ну-ка, давай сделаем вот так. Всех убили? Кто не осталось? А нет, осталось. Я уж обрадовался. Давай последнюю птичку добиваем.
Да, вставочки эффектные, конец. В принципе, сама механика персонажа довольно-таки интересная. Жалко, конечно, что Нейра не может, как раньше, врагов рукой хватать и об землю бить. Был довольно-таки естественный метод убийства и жонглирования врагами. Так, другого может прицелишься. Ужас какой, а. Сейчас это одно из тех мест, где наверняка что-то спрятано. Танька поискать. Точно, я же еще могу пикировать на этой курице. Это что, кровь? И краска. И все краска. Как-то неестественно для крови. Только начал получить удовольствие от катания на кошке. Кошка серф. Если я так попробую сделать с своим котом, скажем так, у меня не настолько больше кот, чтобы сделать с ним так же. О. Да не, это подстава, да? Да ну то синим горит, то красным. О, ушла что ли? Чего это было? Генуз. Смотримся, вдруг что интересное есть. Дебанда. О. Богомолина. Уза. Давай вызову своего размера чувака. Давай, мочи ее. Ну ты че, здоровяк, блин? Блин, гадину. Я чего вызвал-то? Блин, мою кошку убьют. Отлично. Задницу и воткнул прям. Странные у тебя наклонности втыкать палки в задние проходы. Ладно.
Не тебя судить, у каждого свои увлечения. Есть что интересное? Я вижу... черта. Ладно. Прикольный способ передвижения, мне нравится прям, кайфу. Она все ушла, что ли? Понятно, дичь. Эй! Вот так лучше. О, к фиолетовой фигни. Ну, пиц, погодь. Хоть киса. Долго как не ноги мечта. Надо наверх. И вниз. Вниз. Убирать тросточки. Такое. О. Нигас. Яры. Еще корешки засохли. Отправляйся на дно. Тебе самое место. Я думал, надо наверх. Оказалось, надо на еще большее дно. Вправо пойдешь. Пока ничего не найдешь. Левый пойдешь. Тупик найдешь. Так уже более понятно. Котчка. О, повылазили. Нигаска. За, атаки. Ты что удумал, а? Отлично. Что-то мне прям камера зажала во всех щели, блин. Это было здорово, да. Ох, черт, рано я его вызвал, да? Вот, черт, я получил бан. Так. Но. Так, убить вот эту тварь. И он ту тварь убить. Они мне мешали убить их предводительницу. Предводительницу тварей всяких разных. Ну, отлично, вали ее. Карито. И еще раз в задницу. Ну, сегодня прикати в задницу. Да, не может найти место, что ли, поудобнее. Там в голову, например. По-моему, куда эффективнее воткнуть в голову. Птичка вернулась.
О, кристаллик. Давай, мочи его, кошка. Еще один золотой сфер. Золотой ромб. Ведь как можно назвать сферу ромбом? Этого в грудину втыкают, там, в голову всем, а второго втыкают в задницу. Каритор. О, еще один. Сили. Нигаск. Коре де овари да. Каритор. Уцагиро. Давай, давай. Мочи её. Нигаск. Скили яре. Нигаск. Отлично. Наверное, все сдохли. А мы на стиле. Ну, с рядовыми врагами он вообще расправляется на раз-два. О, вызвать машину? Все время так эффектно появляется. Он здесь. Сили. Скоро главарь будет. Так и нашел зону испытаний. Скильяре. Расстраивает чрезмерно. И пентаграмма начерченная фиг пойми где. Где найдешь, блин. Так, о чем? 33? Можно выжить, в принципе, посмотреть, что я могу купить. Давай, ладно. Стильно приезжает, можно посмотреть. Можно сказать, падает с неба. Ой, тео кашта кру. Звонит как влюбленная девушка, ожидающая своего парня. Чё, блин? Это круто. Не знаю, из чего сделана эта машина. По-моему, она бессмертна. А, ну это когда залазить на поясе королевской. Вот это мне надо, да. Пусть больше ходит. Хотя сейчас же главарь будет. Такое наверняка не понадобится. Бага. Бага могла пригодиться. Полезная штука, по-моему. Ладно. Музыка вообще балдежная. По кайфу.
надо будет потом скачать себе все саундтреки. О, а черный экран ты мне скажешь на этот раз. Там интересно, музыка играет, тут и пойми, то ли оно висит, то ли оно работает. О, нет, работает. Бог. Рыцарь на коняшке. Тоже он хмырь хитрый, блин. Марфаска! Чойто мендозана! Ачинайцо митакото нена! Аннана макай итакке донакке! Нанто штемо макен спада о сагаши дасу нода! さまならありかがわかるはず。あの方は捨て受けと言えば、私にはなんとも気がかりでならないのだ。まだスパーダの結束が生き残っている以上、万が一がないとも限らんからな。いいかわかったな。見つけ出し、そして破壊するのだ。それでこそ。 Сильный всадник. Не похож на кучу говна. なるほど。正体は読めた。安心しろ。手加減してやれ。слишком много пафоса для такого дрища, как ты, я тебе скажу. Он чуть-чуть мою кошку не убил. Стреляй по нему. Может, это свой дубин, ну-ка давай идти. Ой, чё покажу. Слышь, чё, блин? По-моему... Ну, вали его, блин. Я его кошка. Ну-ка давай, перестань меня стрелять. О, отлично. Сдохла, тварь. О, хроносферы опять пошли. Каждый из них имеет способности черного босса. А, он, блин. Убил мою кошку с первого раза. Попал в меня, красть. Надо до кошки идти. Ох, черт, а че я к нему, нафига я к нему телепортировался? Было бы мне известно. Видите, может, сам на этот вопрос отчет. У меня какая-то выходит. Опять мою кошку протаранил. И птицу протаранил. Слышь, чё?
Угомонись. Я кое-что покажу, давай. Вон, смотри, каменюка вылезла. Ай, мочи его. Ай, камень, вали его. Апокалиптик, блин. Этим там хроносферу ушел. О, всех убил. Черт, мне теперь саму копыта не откинуть. Да ты чё, блин? Мразь. Я ж реально сдохну. Где? А, вон ворон. Давай сделаем вот так вот. Давай, мочи его, каменюка. Мочите его, блин, ему жизнь немного осталось, как и мне. Давай ты не будешь делать ничего сверхъестественного. Бля, ща бы выжить. Чё было? Ну чтоб тебя леший дрючил, ну как же так, а? Просто как не помнится, оценка снижается за воскрешение, поэтому я просто контрольной точкой его добью. Не знаю, так было в четвертой части. Может, тут систему переделали, сделали более податливую. В принципе-то все легко и просто. Просто когда он их обоих убил, я по жопе получил знатно. Так как хила у меня никакого нет. Он так спокойно шел и потом запыхтел разом. Ну давай. Отлично, вернулся. Давай, пали его. Отлично. Давай, каменюка, вали его. Ну ты чё, блин, здоровенная хрень. Силе. Токио аяцурито. Ано ума на чикарака. Ты куда, Герион, да? Мочи его. Данте га бутколоста хастага, на? 貴重だが、まだ生き残りがいたから、今日で絶滅だがな。やってんぞ、ブイ!バルキーエルジー!あの力を利用して、一撃食らわせてやる。あの血を。スキリやれ。消え。
Бля, всех убили. Дай мне птичку мою. Каритори. Блин, а можно было бы как-нибудь еще призывать к себе поближе? Ну я так и думал, блин. Где там кошка? Вот она. Отлично попал прям. То есть на 5 что ли? А, просто молнии пошли. Ай, кошка. Валите его нафиг. Валите его на пол, ломайте лошади ноги. Залез там на коня, блин. Посмотрите на меня и на него, я на коне, блин. Опять включил свой slow motion, блин. Ну-ка, кошку мою не трогай. Я тебя купил, да? Ко мне. Вот еще и хроносферу включил. Да черт! Хорошо я в воздухе удачно повис, а? О, давай, мочи его. Ох он, блядь. Убил кошку опять. Мразь. И ворона моего застрелил. Давай меня так просто не убей. Ну, стреляй, птиц. Скини яре. Да, блядь. Во, давай, кот. А как это делается? Вот так? Обоих просто... или вот так нормально аннигилировал, можно сказать. Давай, убивай его. Отлично! Убил лошадь, убил всадника. Был бы этот Dark Souls, потом пришлось бы еще и его добивать. Ясно дело, ты такой хилый, блин. Макен спада га тени хайри но нара. Мада, до ника нару ка мусре. Ой, Бэй, йок кангэро тэ. Анна мон тени ирэте до сунда. Спада ва ацкаэ но ва, чикара то кокоро ва кане сонаэ та моно даге да зэ. 力を失ったお前にはあれを使うのは無理ってもんだよ。確かにそうだ。だがネロならあるいはロック отломил. いくぞ. Я тебе рога обломаю, блядь. Оре нима арика грай ва вакару хазда.
А куда делся Мисс Парды? Он все время был у Данте. В самой третьей части, блин. Даже несмотря на то, что в четвертой части его позаимствовали, его все равно потом вернули на место. Фигня какая-то непонятная. Ох, еще одно горе дали по заднице. Вот и закончилась миссия. С вами был Алекс Диего. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Всего скорого и удачи. Пока-пока.